Равноапостольные святые Кирилл и Мефодий – основатели славянской письменности. Именно их просветительская деятельность стала основой для зарождения государственности и культуры на землях славянских народов. Это был язык не совсем обиходный, не такой, каким говорили дома. Это был язык красивый, торжественный, высокодуховный. И с самого начала этот язык стал практически основой новой культуры, которая образовалась у славян, принявших в разное время христианство. В Самаре День славянской письменности и культуры отмечают с размахом на сцене оперного театра «Лучшие хоры» и вокальные ансамбли Самары. И все это под аккомпанемент симфонического оркестра Самарской филармонии. Мы все вышли из русской культуры, мы родились из нее, мы живем в ней, и мы нашей культуре обязаны ощущением единства, единства нашей нации, нашего народа, нашей страны. Поэтому я считаю этот праздник очень значительным. День славянской письменности и культуры отмечается в России еще с середины 19 века. В этот день празднество проходит в разных странах мира. Люди участвуют в концертах и фестивалях, почитая память великих учителей. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.